Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью в соавторстве с другими странами резолюцию по чернобыльской проблеме. Основной посыл в том, что необходимо продолжать сотрудничество под эгидой Организации Объединенных Наций в возрождении пострадавших территорий. Прежде всего, речь о развитии предпринимательства и туризма, создании рабочих мест, переходе местной экономики на экологически безопасные технологии. Эти земли нужно возвращать в сельхозоборот, получать прибыль от пользования лесов и активно приобщать к процессу местных жителей.